Вероятно, Шредли. Марксмен. Мощно. Раньше это не сочеталось. Берешь Марксмен, и у тебя Феррер скидывается буквально одним ударом. Ну, например, сейчас бы при включении брошки у тебя стаки бы не сбивались. Серьезно. Мне кажется, под старым Марксманом. Я думаю. Возможно. Прикольно, может выйти в любом случае. Неважно, на чем ты переиграешь. Он его не пробивает, серьезно? Или выиграл? Фух. Тут как раз сыграла роль, что у него есть дополнительный удар, и еще и дальность атаки 200, да, че сколько там? Да, у него дальность атаки 200. Я по поводу этого не знаю. Что там пофиксили, что не пофиксили. Хз. Не знаю, я не пробовал, не знаю. Побегал, я понял. Ну ладно, там через кукловода челик. Нормально. Рабочая схема. Этот уже нашел себе под сейф идеально. Но этот под сейф можно переиграть, допустим, обраткой. Ну, чтобы он тебя в этот момент не бил. Но если у него нет БКБшки. Если есть БКБшки, тогда уже прости, прощай. Эх. Я думал, обратка переиграет. Он как будто сам себя убил. Тут трое в пати. Вот и под сейф. Здорово. Миджб. Или то... Да, то Миджб. Или Миджейби. Миджейби. Тут, я думаю, больше шансов у него. Но он может повесить сало. А тот не сможет кнопки нажать. А обратки у него нет. Он пошел в вампирик. Зачем-то. От
тебе обязательно стоять и бить его, чувак? Я думаю, что нет. Ясненько. Зато я Баруто украл у Абадона. Но у него в любом случае есть шанс найти, потому что у него уже две способности есть. И я не знаю, сколько у него роллов, потому что у него есть еще щиток, который может ему выпасть. А мне бы шреддер найти. На крипочку. Пока что можно и без шреддера. Шреддер просто даст мне сплэш, допустим, анимацию, скорость атаки и урон. Но в основном это сплэш. Сплэш, скорость атаки. Но это только на 20-м, а урон... Подожди, ну, на 20-м плюс 3 цели, а на 25-м плюс дэмэдж. Не факт, не факт. Если нет роллов, тогда как ты его найдешь? Если, допустим, у тебя последний скилл остался, у тебя Барутайма нет, две способности, и еще две остались. Ему выпадет щиток, и что он, как он... Что он будет делать? Уже Шабардиан не найдет себе Барутайм. Нашел? Сидит, задумался. Нашел. Значит, были роллы, походу. И при чем здесь книжка? Зачем ты сказал, что книжка? Не, ну серьезно, зачем здесь переплетать книжку? Я ж не об этом. Я-то говорил не об этом. У него нет ни роллов, ни денег. И что? И что в итоге? Вот, допустим, у него нет денег. У него там... 1500, там 1000 голды, 800. У него нет ни роллов, ничего. Нет ульты Абадона, выпадает щиток. Что делать? Какая книжка? Я с ним хрен, что он может собирать там 15 волне золота, чтобы купить себе книжку, найти Бору. Это логично. Я же имею в виду сейчас, до 10-й. Что они проигрывают как-то странно. Че он его не бил? Он такое ощущение, как будто просто стоял, смотрел на него. Может, он просто... А, ну хотя он... Он был замедлен жестко. Но у него есть отключение пассивок. Блин, это очень странная была драка, ладно. Не будем заострить внимание, как говорится. Потому что это все равно бессмысленно. Я не обижаюсь, в смысле, на кого обижаться? Причем здесь обида? Что-то между... В плане обиды. Ничего не понял. Почти проиграл. Было близко, прям близко к поражению. Мне кажется, если бы я вот это не взял, я бы проиграл. Меня спасла Клоака. 20% это неплохо. Ну там предметов не было на сопротивление, вроде не помню. Вроде не было. Блин, чувак неплохо наяривает, ё-мо, что за скорость? А, у него фокус. То я смотрю, нихера себе наяривает. Псих. 21 стак. Ну да, 21 стак это более чем неплохо. Я думаю, что он не чисто идет. Вроде не чисто, но неплохо. А может даже чисто.
21 стак на 13 нормально. Ну, все-таки, наверное, не чисто идет. Тут у него гораздо больше шансов. Но такое ощущение, как будто он решил, чтобы его вообще не били. Зачем брать два замедляющих? Тут просто две замедляющие способности на бристлбеке. Зачем? У тебя и обратка, соответственно, не дает тебе возможности переехать. Кстати, тут 28. Даже у кого еще было? Тут 28. И там 28. Они идут вровень. Кстати, возможно, даже в чистую, по идее. Вообще не уверен. Тут опять же может пассивка переиграть. Просто обычная пассивка, которая дает сало. Тем более у него еще сопротивление магии увеличивается. Borrow time. А тут нечем бить. И мана закончилась. Ну, я имею в виду, что нечем отвечать. То есть это он может кинуть, но только с тем расчетом, чтобы, допустим, ветра уйти. Либо в гост, либо дизарм, чтобы он его не бил. Потому что пассивка как раз настолько противная, что просто ты не даешь противнику возможность нажать кнопку вообще. Просто вообще, слово совсем. Стопроцентное сало вылетает. Там еще и талант есть на 25-м, да? Минус одна атака для срабатывания. Жестко. 200 лямов хп? Нормально, сколько урона. Такое ощущение, как будто ты уже год проходишь. До какой же ты волны дошел в итоге? Может, ты там уже 1560-ю волну проходишь? Там просто чем дальше, тем сложнее, потому что крипы становятся все жестче и жестче. Они, конечно, будут долго пробивать медведя, это логично. У него и урона до хера, и брони до хера, и хп до хера. Каковы шансы, что пройдешь до 1000? А, тебя даже не пробили на 890. Нихера себе. Это жестко. КП все-таки было больше. А, не, у тебя сейчас 200 лямов хп. Ну, логично. Тысяча сто волн, где? Не видел. Ты хочешь сказать, что он 1100 волн прошел на медведе? Тут 800 волн, 4 часа играли чуваки. Чувак играл 4 часа. Что? И нахрен 4 часа, что? Ощущение, как будто я его видел, у меня ж нет вордов. Странно. Ну ладно.
О, там скорость. Нормально сойдет. Приятненько. Да я ж не играл 2 дня. Я не видел. Ну поверь, до 1000, даже если ты сейчас пройдешь, то это будет долго. Это будет реально долго. Потенциал есть. Ну по идее как раз именно вот то, что он проходил 4 часа, это 100%. Вот 4 часа до 800, это 100% на медведе. Как он прошел 1100 за 3 часа 26? Вообще без понятия. Тысяча сто волн. Блин. Как он вообще туда дошел? Ё-моё, люди, блин. Как он туда дошел? Блин, нахрен 1100 волн. По крайней мере, ты сейчас дефаешь, мы и посмотрим. Есть ли возможность дойти до 1000 волны на медведе? Ну, так ты пришел за 3 часа 890, а он прошел за 3 часа 26 до 1100-й. Ё-моё. Это на 300 волн больше. Ну, если считать с 890, то это 200 плюс волн. И эти 200 плюс волн можно дефать еще часа полтора. Что, медведя класс нужно? Ты можешь посмотреть у меня медведь есть. Медведя в основном кладут 3 дайдалуса, сплэш. 3 дайдалуса, сплэш. Расочку. И МКБ. Все, больше ничего не нужно. Вот, как я и сказал, 3D дался. Девастатор, чтобы был сплэш. МКБшка, чтобы было попадание. Хотя МКБшки, как бы... Смысла не особо много, только против крипов, которые по которым нужно попадать. А их там немного. Можно на тех крипов можно просто перекладывать. Все. Перекладывать МКБшку, а так можно даже 4 дайдауса. Девастатор и тарасочка, все. Я не знаю, как на медведе закрыть, можно у него ДПС перестает так же и... 60 силы, нихера себе. Мне кажется, можно сделать 100 силы. Здорово. Мне кажется, вполне возможно, можно как раз закрыть на 100 силы. Вполне реально. Почему бы и да. Не хватает дальности атаки. Хрен, чего у него такая дальность? За счет чего? А, у него этот. Да можно без пауков. За 100 волн 1 косилы? Мощно. Да блин, потенциал золотого пальца слабый. 300... А у тебя какого левела золотой палец? 300 голды за уровень еще можно. Но если оно в двойку или в единицу, так все вообще чушь. Его ж поменять нельзя. Не, золотой палец может быть имеет смысл, да, то что увеличиваешь золото, но потенциал слабый. Триста голды каждую волну. Ну такое. У
Мне кажется, тебе надо идти побольше в интеллект, чтобы был баланс урона. От интеллекта неплохо бустится урон. Потому что сила добавляет процент, а интеллект еще увеличивает этот процент и добавляет до хрена урона. Короче, жестко получается. Я жаль, что в 3 золотой палец еще куда не шло. 300 голды за каждую волну, ладно, еще согласен, можно. Но слабый потенциал. Если сравнивать, такое себе. Лучше просто пойти в статы. И закрываешь себя статами, и позволяешь себе увеличить голду, чтобы просто статы жрать. А не взяв веху, которая дает тебе просто золото. Короче, я как бы не могу прям сильно сравнить, но мне кажется, все-таки увеличение статов сильнее бустит тебя, чем золотой палец. Это логично, когда у тебя нет вех, тогда ладно. Великий маг закончился. Что могу сказать? Беда. Блин, какой же бесполезный Blood Rage. Что это такое? А я им сделал 2 удара всего? Как я мог сделать 2 удара Blood Rage? Что за чушь? Какого фига, блин? По-моему, звучит как бред какой-то, не? Уничтожен. Стаков УВК 132. У Бристлбека сотка. Нормально. Я бы даже сказал, более чем нормально. Сколько стартов прокачанная веха дает такая? Blood Rage наносит урон чистый. Чё он не наносит урон? Как он может не наносить урон, когда он наносит урон? Написано, каждая атака под действием этой способности лечит владельца на 30 и наносит жертве столько же чистого урона. Блин, меня сейчас будут откидывать, гад. А, он... Что? А, я сало повесил. Он не смог шедрялом уйти. Нормально. Но он бы там, наверное, от обратки сдох, я думаю. Блин, все-таки как же приятно на бабке дефать, когда у тебя одна кнопка и все крипы исчезли. Там все статы, которые дают, все статы, вот, что великий маг, что проворность, что силач, они дают 2.4. На третьем ладере 2.4. Его забустили. Раньше было меньше. Для того, чтобы бить рекорда на медведя, нужно идти через Bulky Band. Есть перк, называется Bulky Band. И там есть улучшение, которое дает урон за силу. 0.25%. Тогда вот как раз этот билд и является потенциальным рекордом.
Прокачанная веха дает за 100 волн 240 статов, а золотой палец 180. Ну вот я же говорю, что статы... Статы должны больше давать. Он просто может не найти стрим. Я не помню, какой стрим был. Последний или предпоследний? Поищи в меня в этом, в стримах. Нажми последний и предпоследний стрим. Там должно быть. Ух, нифига себе, тычки летят. Получается, все тычки от Лишредера, когда включаешь брошку, летят одинаковые. Я это, кстати, не знал. Какую коронку? Называется, вовремя нашел отключение пассивок. Прям вовремя. Крепочки приятно исчезают. Так, ну здесь, мне кажется, точно Blood Rage нужно поменять. От него нет никакого смысла. Дуэлька... Спасибо, потом как-нибудь. У меня еще два ролла, оказывается, нихера себе. А, анимация, я понял. И что мне с этим делать? Они... Еще анимация выпала. Блин, ну по идее от анимации смысла немного, потому что... У меня и так анимация единица. Тут один вопросик, смотрел ролик с Вайпером последний. И говорил про обуз капиталиста. В смысле обуз капиталиста? Что конкретно я говорил, я не помню. Там просто есть обуз капиталиста именно в статы, потому что... Там есть улучшение для капиталиста, увеличивает статы, когда ты хаваешь книжки. На 50%. Раньше было 66, сейчас 50. Не, она увеличивает на единицу. Чемпион увеличивает на 1 плюс. Это слабее. Ее можно обузить. Я же говорю, что этот чемпион это как раз веха для суммонеров, чтобы статы увеличить. Но всего лишь единица. Возьми третью веху, какую? Подскажи, какую? Какую лучше? Я просто не знаю, какую лучше. Наверное, мне кажется, потенциал в броне как раз больше, да? Нет, то, что капиталиста можно обузить, это логично, это понятно. Никто ж не спорит. Что-то оно не пробивается. Хера себе, блин, жирненький чувак. А чё он такой жирненький? Статы себе увеличил. Да, 49 брони. 200 санкоста. Не, он неплохо набрал. Настакал хорошо, приятно.
Лайки, народ, ставим, не забывайте. Вас сегодня, я смотрю, много собралось. Давайте набьем хотя бы 40 лайков, 45-50. Было бы приятно. Я думаю, что это можно попробовать продать. Все-таки, да? Взять себе Целестиал. Да, но когда бросаешь, и у тебя нет желания играть, потом возвращаться тяжело. Это логично. Этериал нужен для того, чтобы увеличить дальность, а Шрауд для того, чтобы увеличить сопротивление магии, чтобы Double Edge тебя не так сильно пробивал. А Double Edge нужен был для того, чтобы увеличить силу, чтобы было больше силы для урона медведя. А Шрауд для того, чтобы увеличить дальность атаки, дальность каста, чтобы не подходить. Что у меня какие-то драки, как ощущение, как будто я почти не дерусь, хотя 9 раз дрался. Там просто Double Edge наносит такой огромный урон, что ты можешь умереть внезапно. Поэтому сопротивление магии там хотя бы какое-то нужно иметь. Потому что недавно я играл через усиление, и Double Edge может тебя шотнуть даже в Enrage. Double Edge может тебя шотнуть в Enrage. Это как вообще? Вот это вообще жесть, конечно. Серьезно, это просто жесть. Это нереально. Ладно. Он старался, но у него не получилось. Поражение в дуэли больше не сбрасывает вашу серию побед в дуэлях. Основная второстепенная атрибута за эффект увеличена 4.8.3.2, но поражение в дуэли сбрасывает все полученные эффекты. Действительные эффекты получены до выбора улучшения. Погнали. 165 сотка. Да, Этериал чисто для дальности каста. Не больше. Стрим никак не называется. Ты его можешь найти. Он вроде последний или предпоследний. Зайди в мои эти... В мои стримы зайди, там есть вкладка стримы, и найдешь последний или предпоследний стрим. Просто промотай в нужный момент, и все. Несложно. Да там и медведь может впитать урон. Паучки, скорее всего, наверное, просто для того, чтобы немножечко увеличить ДПС и все. Потому что у паучков тоже бустится урон неплохо. Я считаю, что интеллект нужен для урона. Потому что у тебя потенциал увеличивается. Сам пойми, ты бустишь за счет силы урон. Плюс бустится интеллект, который также дает в процентах урон. Это все превращается в буст-перебуст, как говорится. Даже если это просто жесть. Там серьезно, там очень сильно бустится урон. Просто нереально.
Не, у меня... Чувак, у меня защиты столько, что я... Тебе меня практически не убить. Да и мне его нет смысла бить. Когда у него бород там сработал. А ветра скидываю просто одной кнопкой. У меня в предыдущий рекорд был 930, но это на рече. Сейчас будем пытаться на медведе. По крайней мере, посмотрим, сколько он пройдет. Я же тебе сразу сказал, интеллекта больше жри. Жри, будет больше урона. Я же сразу сказал. Нихера себе у меня... Что? У меня было 160, стало 514. Блин, моментум реально имбать. Именно через это улучшение, которое увеличивает статы и... Охренеть. А че так жестко? Они вроде ослабили немножко. Тут написано, что действует и на эффекты, полученные до выбора улучшения. И это, по-моему, как-то слишком жестко. 5к удачи, потому что разработчик подарил. Да, пока да, интеллект жри, да. Тебе это потенциально сильнее гораздо, чем сила. Потому что твоя сила и так растет за счет прироста твоих. А интеллект... Прирост интеллекта слабый, тебе нужно компенсировать. Как раз компенсируешь его тем, что ты жрешь статы. За счет книжек. Смысла больше. Причем конкретно больше. Да я бы не сказал, что я медийная личность. Просто стример. Стараемся. Стараемся почти каждый день пилить контент. Ну да, я тоже об этом согласен. Зачем больше? Для тут 66, тут 99. Я, кстати, проверял Grand Librarian. Если кто понимает, что есть веха Grand Librarian, которая также за счет улучшения дает статы. Но там нужно крутить книжки постоянно. Либо трактат переобучения, либо трактат призывателя. Этот дает 9 ко всем атрибутам, этот 6. Ну, по крайней мере, на героях, на универсальных героях так. На обычных героях не знаю, не уверен. Сколько? 608, нормально. Да, он там под кукловодом неплохо стан вешает жестко. Ты умер? А нахрена ты умер? Объясни. Так надо было не кастовать. А сколько у тебя Игисов? Да, пробуйте медведя, не пожалеете. Но именно нужно в булки бенты, потому что... Именно через булки бенты больше всего урона. Я, конечно, не знаю, может быть и есть смысл, допустим, идти в этот... Саварейн. Саварейн увеличивает урон тоже неплохо. Например, эти скелетики, которых много. Паучков, которых много. Мультикасты, допустим, да, тоже. Медведь. И именно пойти в Саварейн, который дает улучшение за количество сумонов. Один сумон добавляет плюс 10% урона. Может, этим тоже можно далеко пройти, я не пробовал.
Мегалогучее лобби. Да, мегалогучее лобби — это неприятно, согласен. У меня на западе США 135 пинг. Ниже, по-моему, 130 не падает. Что они там взяли вообще? Ставим второстепенные атрибуты за эффект увеличен на 0.38-0.25. Действует на эффекты, полученные до выбора улучшения. И сколько уж у тебя? 309-206, охренеть. Но у меня больше. У меня 600-405. Но это, наверное, скорее всего из-за того, что у меня чистые. У меня чистая победа. А у него, наверное, ставки как раз не чистые, поэтому у него меньше. Я думаю, что если будут чистые, будет жестко. Примерно так же, я думаю. Чем спид-демон лучше за улучшение, только за первое место прохождение? Скорее всего. Что ты конкретно хочешь узнать? Как, у тебя ж Бору не нажмется? Забыл? Наверное, я не знал. Совсем забыл про бабочку нашу. Она ж как раз для меня идеально подходит. 709-473. У меня 1500 ловкости. У меня 2290 основного атрибута. Ой, основной дэмэдж. Так, а как ты можешь сравнивать Булки Бенд, который на Сумонера, со Спид Демоном? Булки Бенд — это не то. Булки Бенд не дает статы. Булки Бенд дает... дает хп, броню, по-моему, и что-то еще. Что лучше эмпауэр взять? Ничего, ты берешь голема, эмпауэр — это он не сильно не бустит твой урон, чуть-чуть добавляет урон. Я думал, там прям нихрена себе добавляет, но нет. Пассивка Винги дает урон, пассивка Ликана, но оно сильно не бустит. Я думал, что прям реально бустит много, но нет. Особо не дает. Я реально думал, будет давать много, но нет. Я надеялся, что будет давать много. К сожалению, нет. Гусь испарился внезапно. Лучше идти в Double Edge, который дает силу. Именно в Bulky Band, чтобы увеличивать то улучшение, которое дает урон за силу. И голема. И просто хавать статы. И, соответственно, нужно брать еще этот. Желательно. Владимир. Владимир бустит неплохо урон. Владимир себе, да? Доминатор. Кираса. Можно Шиву взять, но от нее смысла как бы не особо много. Карин. Не, то, что Empower добавляет тут базово, логично. Оно все равно усиливается. Оно же усиливается шлемом за счет улучшения, за счет увеличения в процентах. И сам же Шмедведь улучшается проценты. Поэтому она дает больше. Но он немного дает.
От маледикта и от бандов вообще нет смысла в лейте. Потому что сопротивление эффектом у крипов огромное. Смысла ноль. Я не помню, какой-то скилл работает сквозь сопротивление эффектом. Я не помню какой. Я вот недавно играл и понял, что какой-то скилл работает сквозь. Сквозь сопротивление эффектом. Я уже забыл какой. У меня основной атрибут увеличен на 819. У меня 1880 ловкости. Да, наверное, скорее всего, пытайся как-то выживать и добавь себе сопротивление магии. У меня почти 2000 ловкости. У меня еще Марксин дает 657 ловкости. 23 тысячи хп ровно. 23 тысячи хп ровно. Тут повезло то, что выпал пурч. У меня 2100 ловкости. 936 моментом дает. Ты там больше поживи, на стака мне еще больше моментом. Ну вот тебе абуз. Можешь в следующей игре попробовать моментум. Жесткая тема. Тысяча основного атрибута. 2200 ловкости, 1200 силы. Нормально. Шестнадцать ноль. Это еще после обновления. До обновления было еще сильнее. Я не спорю, что это много, потому что я выиграл все дуэли. Не спорю. Можешь подсказать, или есть гайды? Есть гайды, которые помогут побеждать больше в этой кастомке? Нет, тебе особо ничего не поможет. Если у тебя плохие способности, поверь, тебе особо ничего не поможет. Охренеть, испарился. Ты еще сможешь пожить или не? Блин, уже не живет нихера, почти. Хочу 3000 ловкости. Если бы другую штуку взял. Скорее всего, да. Ну, тебе ворота может помочь. Если бы другую штуку взял, ты бы еще больше сотов было бы. Но риск очень большой, был бы одна ошибка, теряешь все. Такую штуку. Ты за какую штуку говоришь?
нет, тут тебе кранты. Блин. Он тут не выживет. Эх, я рано нажал, он же ничего не делает. А вся ему кранты. Че, одна тычка. GG. Да, конечно, мы забустились охранительно. Сколько? 1300-800. Ё-моё. Шо, у меня 465 брони? А нахрена мне тогда броня? Сэндшифт, вы чё, совсем что ли с дуба упали? Кстати, это вообще нет смысла. Вот так вот погнали. А, ну хотя... Мне, наверное, больше все-таки смысла иметь в этом. Или нет? Ладно, когда будут крепочки, я могу... Тут даже от SS-шифта особого смысла нет. Ауч. У меня 500 брони. Чё так много? И чё меня так жестко пробивают? Как-то слишком жестко пробивают. Да, конечно, приятно, приятно. Настакал себе тут, блин. А я не помню, у меня вроде в прошлый раз было меньше гораздо. Сейчас неплохо так забустился. Ауч. Можно не так жестко пробивать? Как можно вообще пробивать 500 брони? Алло. У меня и хп немало. Ну серьезно, как можно пробивать такое количество брони? Что за жесть? Ё-моё, крипы, что с вами? А иллюзии вообще испарились. Алло. У меня же булвар какой-то, что ли? Потому что крипы трахают. Крипы реально трахают. Да что, блин, за бред, алло?
что лайков совсем нет. Алло, народ, где ваши лайки? Ё-моё. Чё, никак, по лайкам всё... Опять всё плохо, да? Опять сегодня не день по лайкам, да? Всё, GG. Сейчас я буду жить пока еще. Я буду жить! Больно. Мне кажется, фистам я бы неплохо отхиливался, кстати. Ого, тут как раз процент урона, вот процент урона вот этого, нифига себе, блин, добавил урона. Фу, я выжил. Ладно. Заканчиваем. У меня и так 14-15 тысяч урона. Отсюда как раз буст неплохой урона. Прям приятно. Как вообще можно пробивать такое количество брони? Алло. У меня в голове не укладывается. 530 брони, ё-моё. Фарар позволяет сплэш нанести. Все, меня ваншот все. У меня было что-то 400 брони на 790, но хп было 1,5 алямов. Хп реген почти 40. Нормально. За счет крутилки можно чуть-чуть дальше пройти. Снижение урона. Да блин, YouTube ты задрал. И ты, крипочек, задрал. Умирай давай. Не хочет умирать. Я хочу максимум ловкости. Я хочу прям до хрена ловкости. Я хочу 10 тысяч урона с руки. Надо будет на выходных или завтра снова попробовать в PvE или в PvP поузить. А что, ты умер, что ли? Да тут надо бульварк искать, а не фисты.
Писты прикольно, конечно, но тут надо бульварк искать. Да я не вижу, ты думаешь, я все вижу, я же занят. Пролетает крип на скеле Имбера и юзает. Секунду, 1 хп мультикаст даблджим. Ты опять на том же, на тех же крипачках, да? Короче, ты сам себе заронил игру, а какая волна была? Какая волна была? Раз я лаги. Можно не так сильно лагать? Сколько Марксон? Марксон дает 1100 ловкости. Неплохо, 790. То есть вот ты задефал 790, это топ-3. Жестко. Ты жесткий парень, 790, топ-3. Все, тут уже экспоуз убивает. Если ты найдешь, ты думаешь, у тебя есть возможность найти, или ты будешь сливать его мэра?